Это случилось в Турции. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве 4-летней девочки во время телевизионной программы, которая была посвящена ее смерти. Отец девочки в эфире передачи сказал, что подозревает в причастности к преступлению своего соседа Химета Актюрка. И в перерыве уже на рекламу сам Актюрк подошел к телеведущей, признался во всем содеянном. Полиция затем провела в доме подозреваемого обыск, обнаружила там волосы и следы крови ребенка. Актюрк показал полиции место преступления. Закопанное тело ребенка обнаружили при помощи служебных собак. Многие соседи при этом считали Химета Актюрка безобидным, умалишенным человеком. Они его жалели, часто помогали едой и одеждой.